Сегодня в Максидоме собираемся сделать небольшой ремонт в ванной, и поэтому пришли присмотреть все для ремонта. Я с мужем. Я уже сходила к стоматологу, вылечила, долечила свой зубик, и вот теперь мы пришли сюда, в Максидом. Поснимаю для вас немножко. Сейчас смотрим ванны и хотим купить акриловую, именно акриловую. В общем, муж уже тут что-то присмотрел. Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на то, что в связи с Я хочу вот ту вот посмотреть, вот которая прям прямоугольная. Вот. А, ну нету. Вот сюда иди. Вот это вот. Она такая глубокая. И вот прям прямоугольная. То, что вот здесь вот ты говорил это, но чтобы не широкое было. Вот, 62 сантиметра, это то, что мы на сайте смотрели. Угу. Вот это вот. Ну, что думаешь? Ничего не думаю. Это вот там комплект 23. Вот тут еще одну присмотрели. Вот такую. А сколько у нее высота? Я не вижу высоты. Нет. Вот это тоже ничего такое, да? Вот такую мы выбрали. 170 на 70. Полностью весь комплект там с панельками, со всеми делами. Вот. Еще мне понравился вот такой вот комплект. Раковина. Вот такая вот вместе с тумбой. И вот такой вот шкаф зеркальный. Но это на будущее присматриваем. Вот такая красота. Куда? Плитку смотреть. Иди, где у нас плитка? А вот она. Вот она, плиточка. Так, нам нужна она настенная. Сейчас будем выбирать. Осень, наверное, лучше, потому да. Что у нас подрезка. Сейчас снимаем еще тут. Слушайте, на плитке на самом деле очень много. Много красивых, которые нравятся. Мы присмотрели плитку на стены, вот та верхняя серая. Она просто серая, очень красивая, камера не так передает ее, и она матовая. Заморозка еще не отошла. Ужас просто. Ужас, просто разговаривать не могу. Но показать вам очень хочется. Вот тут люстрочки разные. Вот муж.
Так, еще хотим присмотреть вот такую вот вытяжку. Девочки, я надеюсь, голос из-за заморозки сильно у меня не поменялся. И дикция тоже. Ты вот про это мне говорил, да? С таймером. Ищите работу в крупной стабильной компании? Хотите получать достойную зарплату и быть уверенным в завтрашнем дне? Мечтайте. Лучше. Какая разница? Вот присмотрели вот такой вот вентилятор, вытяжку, или вот такой вот, не знаем пока. Будем решать, круглый или квадратный. Но выглядит симпатично. Так, еще нам нужно присмотреть краску, потому что именно туалетная зона у нас будет покрашена в акриловую, акриловой краской, а ванная зона будет у нас в плитке. В общем, так мы решили сделать. Это фактура ее типа такая? Это декоративное покрытие. Блестяшки. Блестяшки. Какие обои. Класс. Как-то неожиданно быстро мы все подобрали. Муж все сфотографировал, что мне понравилось, что нам понравилось. И, в общем, потом уже придет сюда и докупит все вот эти вот расходники, клей, все прочее. И, в общем, закажет доставку. Так что скоро мы начнем делать ремонт. Еще я решила посмотреть здесь контейнеры для кухни. Муж, конечно, не в восторге. Он считает, что у нас их очень много. Но, в общем, я хочу просто посмотреть. И, может быть, что-то мне понравится. И в будущем уже продумать, как это все поставить на кухне. Мне, конечно, нравятся вот такие вот квадратные. Да, но цена у набора баночек, конечно... Такие вот банки мне тоже нравятся. Стекло. Очень красиво. Так вот цена. Кому интересно. Нет, Азай, не вздыхай. Ну, все же хорошо. Так, а еще мне нравятся контейнеры. Вот такие вот система. Смотрите, вот это маленький. Ну, цена у них очень-очень такая. В общем, 799 это маленький на 380 миллилитров и 1260 на 920 миллилитров. Но выглядят они очень красиво и они очень такие надежные и не протекают. Есть немножко побюджетнее, но они уже выглядят так себе, если честно. Есть вот такие вот, смотрите, контейнеры. Они тоже стекло. Это, как получается, жаропрочное стекло. То есть оно и в духовку идет, и потом можно в нем же убрать в холодильник. И вот, смотрите, цены, размеры. Люблю такие многофункциональные вещи, особенно на кухне. А еще я просто в восторге, вот смотрите, от такой посуды. Это керамика, она такая мини-сковородочки. Вот такие вот, как вам показать? Мини-кастрюльки, выглядит это все очень-очень красиво, мило.
и для приготовления вот одна порция, и подача будет очень шикарная. В общем, они здесь тоже есть разных размеров. И очень красивые еще. Вот здесь, смотрите, покажу вам. Тоже очень-очень красиво. Я просто обожаю такую вот необычную посуду. Просто она мне сейчас запала в душу. Так, ну, думаю, на этом мы с вами будем прощаться. Мы сейчас уже уходим. Пожелаю вам всего самого-самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.